Дальний Эдем. Не таким он должен был стать. Давай, маг, смотри, вон там. Но если кто и может все исправить, Джо, так это ты. Ладно, будем искать источник энергии. Только так и можно снова завести вездеход. Маг, ты взял след? Тогда пойдем по нему. Сюда, маг! Ага, экзокаркас работает хорошо. Ускорители заряжаются, как и должны. На вершине утеса. Туда мы и зайдем. Старые каркасы. Боты-падальщики разобрали их дочисто. Thank you.
Ну, поднимемся на вершину. Веди, маг. Я иду. Большинство, глядя на изображение Дальнего Эдема, видели только камни и песок. Но некоторые видели будущий рай. Осторожнее, тут падать долго. Где? Давай вернем тебя в гнездо. Залезай. Туда. Сюда, приятель. Мак, возвращайся. Идем, Мак. Мак! Защитный барьер? Что здесь происходит?
Маг наверняка за этой дверью. Попробуй еще раз. Я помогу, дружок. Старайся быть осторожнее. Здесь у нас друзей немного. Каркасы, Мак. Они же все ржавые. Мне тоже не нравится, но надо идти дальше. И тут пропал энергобот. Что же их всех так напугало, что они сбежали? Взгляни. Давай искать. Не бойся, мы тебя не обидим. Вот и все. Так лучше? Да, я тоже слышу. Наверное, источник энергии рядом.
Чуешь запах, Мак? Сюда, ко мне. Осторожно, гусеницы! Ядроботы гораздо умнее ядробайтов. Но и тех, и других создавали как верных защитников людей. Источник энергии выдает очень странные показания. Может, он как-то влияет на других ботов? Источник энергии вон там. Думаю, мой экстрактор с этой дверью справится. Вверху, смотри! Источник энергии! Это какое-то ядро! Если подберемся, смогу захватить его экстрактором.
Сильно по-простому не получится. Надо достать ядро. Давай, Мак! Источник энергии мы искали. Впервые вижу такое ядро. А ты, маг? Тут собраны все цвета сразу. Иди сюда, мальчик. Давай посмотрю. Вроде ничего страшного. Но здесь я это не починю. До вездехода доковыляешь? Ладно, ладно. Идем домой. Все, Мак, мы нашли то, что искали. Давай возвращаться к вездеходу. Видно, ядро было связано с местной системой защиты. Вездеход. Дом. Милый дом. Боты. Не подпускай их к вездеходу!
Доктор Джулиус Ролдон, главный научный консультант и руководитель проекта «Дальний Эдем». Сегодня 17 апреля 2053 года. Первый день моей первой смены на поверхности планеты. Остальные команды совершили посадку без происшествий и спят в своих вездеходах. По прогнозам, через несколько дней бури прервутся, и я смогу получить сообщение с центра управления мандата. Конечно, из-за расстояния от Земли до Эдема им будет несколько десятков лет, но хоть какие-то новости. А между тем, у меня много работы. Для начала надо узнать, сколько ядроботов сейчас в строю. Человечеству предстоит построить новый мир, и своими силами нам не справиться. Зайдем внутрь и проверим, даст ли ядро энергию.